Добрый день, друзья! Мы сейчас с вами в Барселоне, на модной улице. И, как вы видите, здесь супермагазины, а вот Шанель. И очередь здесь в основном из китайской делегации. Они прям в очереди стоят по 2 часа, чтобы зайти. Если вы хотите получить такс-фри, зайдя в зону вылета аэропорта Барселоны, вы проходите практически до конца, упираетесь в стену и поворачиваете налево. Вот мы вам показываем вот эти ворота, где вы можете получить такс-фри. Здесь всегда большая очередь, но здесь, что хорошо, очередь идет к нескольким автоматам. Вы там прям можете просканировать свои чеки. И вот такие вот урны есть. В эти урны вы забрасываете свои чеки, если хотите, чтобы вам перечислили все на карту. Нужно будет, не проходит что-то, тогда вот сюда заходите, видите офис такс-фри, и вам дают. Если хотите получить наличкой, то просто сканируете, а потом получаете чек и заходите уже в зону вылета, и там уже у вас будет возможность отдать все свои чеки и получить наличкой. Там тоже очередь, поэтому имейте в виду, что очередь здесь и очередь там. Вот эта инструкция по паспорту. Вы берете свой документ на билет на путешествие, потом сканируете все, значит, чеки. И после этого вы уже получаете документ. Инструкция простая, легкая. Здесь очень много помощников, которые помогают, поэтому не переживайте. Все чеки, они вам помогут отсканировать в правильном виде. Вам удачи и хороших путешествий. Надеемся, вам было полезно. Пока-пока.